Такие системы уже оценили владельцы больших земельных участков. Автополив позволяет подавать воду растениям в конкретное время и непосредственно под корни, что существенно экономит расход воды. Специалисты утверждают, что при таком разумном подходе будущий урожай увеличивается в несколько раз. Для полива деревьев кустарников используется капельный полив, то есть прикорневой круг. Для газона используются форсунки, то есть которые... Принцип действия, по-другому они поливают. Принцип работы такого орошения достаточно прост. Вода подается по протянутым шлангам, в которых установлены на определенном расстоянии друг от друга специальные насадки. Вода небольшими порциями подается через них в строго отведенное время, поливая только необходимые участки. Для того, чтобы полив был качественным, нужно всего лишь правильно рассчитать площадь земли, метраж труб и количество форсунок. Трудностей нет, много информации в интернете, уже люди могут собирать самостоятельно. То есть самое простое – это устанавливается емкость. То есть все это дело работает самотеком. То есть устанавливается фильтр, таймер, который включает, выключает в определенное время, на определенное время капельный полив. Если система автоматического полива собрана из качественного материала, ее не нужно разбирать на зиму. А вот если вы устанавливаете недорогие ленты и трубы, то в минусовые температуры они могут лопнуть. Их лучше с наступлением холодов разбирать и убирать в помещение. Автоматический полив особенно удобен и выгоден в жаркое лето, потому что не требует постоянного присутствия хозяев на участке. Система нужна для того, чтобы был регулярный полив, чтобы растения себя хорошо чувствовали, потому что мы не всегда успеваем в определенное время выйти и полить. И соблюсти, грубо говоря, световой день. Еще один плюс таких систем – это возможность равномерной подачи различных удобрений вместе с водой, а также подача воды к теплицам, которые находятся далеко от емкости с водой. Но самый главный плюс автоматического полива – сорняки не смогут быстро расти, так как земля всегда будет оставаться рыхлой и дышащей. А это значит, у дачников и садоводов останется больше времени для отдыха на природе.